Рассмотрим маски на тканевой основе от Secret K. Первая маска – Mayu Deep Nutrition Mask Pack. Это листовая маска для лица с лошадиным жиром. Она смягчает, увлажняет и восстанавливает кожу, разглаживает мелкие морщинки и улучшает цвет лица. Давайте достанем маску из упаковки. Маска выпускается в виде анатомической салфетки, которая пропитана целебной эссенцией. Средство упаковано в плотный пакет. Способ применения очень прост. Необходимо сначала очистить и тонизировать кожу, а затем наложить на лицо маску и оставить на 30 минут, после чего ее необходимо снять, а остатком средства дать впитаться. В составе продукта лошадиный жир. Этот компонент смягчает, питает и увлажняет кожу в течение долгого времени. А также гиалуроновая кислота, маточное молочко. Маска содержит экстракты ромашки, центеллы азиатской, гамомелиса и других растений. Следующая маска из этой серии – интенсивная тканевая маска с муцином улитки Snail Intensive Mask Pack. Секрет улитки в короткие сроки восстанавливает поврежденную кожу, оказывает мощное обновляющее действие на клеточном уровне. Давайте достанем маску из упаковки. Эта маска также представляет собой салфетку, пропитанную эссенцией. Она мгновенно успокаивает и увлажняет кожу, снимает раздражение и покраснение, ускоряет заживление воспалений и предупреждает появление новых, способствует разглаживанию морщин и осветлению пигментации. Также в составе маски экстракты гамомелиса, ромашки, розмарина, центеллы, зеленого чая, а также гиалуроновая кислота, которые усиливают действие данной маски. И последняя из этой серии – маска лифтинг с пептидами змеиного яда. Sin Egg Lift Mask Pack. Маска от Secret K содержит синтетический пептид Sin Egg, который является аналогом змеиного яда, а также безопасной безинъекционной заменой уколов ботокса. Давайте достанем маску из упаковки. Маска хорошо пропитана эссенцией. В составе ее еще один уникальный компонент природного происхождения – экстракт черной икры, который пробуждает спящие клетки и усиливает синтез коллагена. Гиалуроновая кислота, витамин С и экстракты розмарина и мелиссы усиливают омолаживающее действие маски. При регулярном применении маски кожа вновь обретает упругость, становится подтянутой и улучшается овал лица.